А что у вас тут дома? Потому что никто не может ответить, что за организация. Пишем о благоустройстве города, назвать организацию не можем. Вы что хотите, молодой человек? Ну, знаешь, что за организация вообще работает? То там выравнивают, здесь красят. Вы это администрация Волжского района. Да? А вы что, работники? Мы это казенные учреждения, у них подчинение. Подчинение? Да. А как называется казенное подчинение? Бухгалтерия, учреждение, образование. Я всегда думал, что у администрации есть свои организации для покраски. Не знаю, ну, ладно. Вот, все время вот сама администрация ходит и красит, и работает. Да? И они так же, конечно. А не жарко ли сейчас работать? Да ужасно, конечно. Не жарко, так, прохладненько. Я вон, смотрите, у меня вообще рубашка вся мокрая, как я этот, хоть выжимай, а тут еще и с краской работать. Да ужас, вы что хотите услышать? Да я думал, что тут компания какая-то. Нету. Просто вроде бы рабочие. Рабы не мы, мы что? Не рабы. Понятно. А у вас есть вообще, кто руководит сейчас работой? Нету? Красы. Ну, правильно. Красивее. Пока сам не сделаешь, никто не сделает. Конечно.